Бывший чемпион мира в 5 весовых категориях Флойд Мейвезер-младший в интервью день своего рождения сказал, что единственный бой, который важен для него, это бой против Конора Макгрегора. 24 февраля Мейвезер отпразднует свое 40-летие. На протяжении года оба бойца продолжают накалять обстановку вокруг своего потенциального боксерского поединка. То и дело в социальных сетях и средствах массовой информации вспыхивает война слов между двумя бойцами. В день своего рождения Мейвезер ясно дал понять, что готов сразиться с Макгрегором на ринге. Сегодня, 24 февраля, мой день рождения. Как я уже говорил ранее, давайте сделаем это. Каждый раз, когда Конор выходит туда, он выигрывает стоя. Когда он проиграл Нейту Диозу, он оказался на полу. Он не проигрывал стоя, он чертовски сильный боец и очень крутой конкурент. У него есть воля к победе. Перчатки UFC не отличаются от боксерских перчаток, они просто немного меньше. Но парень получил эту мощь, Макгрегор имеет силу. Нам не нужно беспокоиться обо мне, у Мейвезера есть босс, это Флойд Мейвезер. Пусть Макгрегор решает этот вопрос со своей командой. После этого мы сможем сделать бой. Давайте сделаем бой. Этого хотят фанаты. Существует только один бой, который важен для меня, это бой с Макгрегором, сказал Мейвезер. Президент UFC Дана Уайт полагает, что чемпион UFC в легкой весовой категории Конор Макгрегор следующий бой проведет не на ринге по правилам бокса, а в клетке UFC. Уайт назвал неопределенным статус переговоров о бое Макгрегора и Флойда Мейвезера. «Я не знаю, на какой мы стадии. Мы нигде. Я ожидаю, что следующий бой Конора пройдет по правилам ММА. Это будет бой с победителем сражения Хабиба и Фергюсона», — сказал Уайт. «Два жестких спортсмена, первый и второй номер рейтингов. Лучше не бывает. Эти парни ненавидят друг друга. Бой будет жестким. Люди говорят, что Конор избегает Хабиба. Слушайте, Хабиб потрясающий, но в Коноре с самого начала все сомневаются». А с вами был канал Fight Today. Подписывайтесь на наш канал. Самые свежие новости из мира бокса и ММА.